Доброго времени суток всем, кто смотрит сейчас это видео. Я новый, скажем так, на сайте YouTube обозреватель посылок. Новый почему? Потому что вот сегодня только регистрируюсь, 23 января. Вот. И, собственно, почему стал снимать видео? Потому что в предыдущей посылочке мне приходил телефон. Он пришел с браком, и во время переписки с китайцем мы пришли к тому, что ему нужно видеодоказательство того, что телефон бракованный. То есть он включался и выключался. То есть нужен был этот глюк ему показать на видео, после чего он согласился, что да, действительно, телефон бракованный, и нужно ему прислать. А почему эту посылку я уже приоткрыл? Потому что хоть к ней был приклеен трек-номер, я не мог его нигде отследить, то есть на пути из Китая в Украину он нигде не трекался, даже уже в Украине. А вот только сегодня мне позвонили с почты и сказали: приходи, забирай, в общем, тебе посылка пришла. Вот. Сразу что могу сказать, что я с этим китайцем, я уже знаю, что здесь за товар лежит, да? Просто сейчас показывать пока не буду. Расскажу, что договаривался с этим китайцем о том, что как следует запакуют. Запаковал просто в обычную, скажем, целлофан. Ну, как бы не целлофан, бумажный пакет внутри с пупыркой. Вот, то есть самая простая упаковка, какая у них есть. И это при том, что внутри довольно-таки хрупкие вещи. Это вот наушники. То есть их придавить можно было запросто, какой-то даже посылкой тяжелее. Вот. А заказал я наушники, заказывал еще в декабре месяце, предновогодние праздники, скажем так. Рассчитывал, что дойдут дней за 20, а дошли, вот они, получается, вылетели 15 декабря еще из Китая. И вот где-то у нас, наверное, завал был на почте. В общем, я рассчитывал, что дней за 30, ну, хотя бы к старому году дойду, да, там, к Рождеству. В общем, сегодня 23 января, и вот они только пришли. Эти наушники. Заказывал на подарки такие простенькие, веселенькие наушники, вот, для детей знакомых, для там взрослых, которым, скажем, иногда хочется подурачиться. Вот такие вот обыкновенные самые наушники. Единственное их не преимущество, что они вот сделаны с такими вот мультгероями смурфики, то есть на каждом ухе по голове смурфика, на левом и на правом. И, кстати, уши не подписаны, где левая, где правая. Вот, то есть самые обычные наушники. И вот такой вот в виде ползуночка сделан еще смурфик. Вот. Такой вот на наушниках. Большой во весь рост. Вот. Длина где-то около полуметра. Вот. И стандартный 3.5 джек разъем для плееров. Подготовил вот плеер, когда узнал, что все-таки в этой посылке. Кстати, плеер тоже заказывал из Китая. Если кому интересно, могу сделать на него более подробный обзор и дать ссылку на продавца. У нас такие плееры точно такие же находил в магазинах, ну, вот, электроники в Киеве, по 200 и выше, то есть в гривнах. А там заказывал буквально за, ну, около 9 долларов. В общем, 8 с копейками в долларах. Вот. Вставляем, подключаем. Включаем музыку, то есть плеер со своей памятью. В общем, если интересно, сделаю отдельный обзор. Ну, наушники работают, то есть вот я слышу, сейчас я прослушаю. Да, наушники работают. Работают громко, но не совсем качественно и чисто передают вот звучание, как, например, там какие-нибудь более дорогие и хорошие наушники фирменные. Вот, потому что здесь не фирмы, ничего, просто вот в пакетиках таких вот наушнички, 5 штук, минимальная партия, просто 5 штук. Там они буквально по 2 доллара. Вот. И в комплекте еще к каждым наушникам прилагаются вот трех цветов, дополнительные еще три пары вот этих вот прокладочек резиновых, затычечек, как их называть. Вот. Все они одного размера, поэтому зачем столько много, я не знаю. Я бы понял, если бы они были разного размера. Так все одного размера, просто разные цвета. Просто, наверное, для любителей, там, мальчиков, для девочек. Это при том, что белые уже вот надеты. То есть, может, там, подчеркнуть голубой цвет смурфиков голубыми резинками, наверное, так. В общем, вот такая вот обзор посылочек. Еще выложу на своем канале видео о том, как я китайцу отправлял, в чем была проблема, то есть, как телефон там. И ждем, сейчас еще будут еще телефоны, там Jiao, например, G5,
Lenovo S820, будет еще куча мелочей в виде там разных, тоже таких вот дешевых, скажем, там до 2-3 долларов товаров. И много чего вообще интересного. Поэтому, если кому интересно, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы, лайки вверх, дизлайки можете тоже ставить. Будет хотя бы интересно мне, смотрят ли это люди. Потому что давно думал этим заниматься, но все никак не доходили руки. Вот, а тем более тут выпала такая вот потребность снять видео китайцу. Я вот думаю, буду на все, наверное, снимать. Потому что видео доказательство того, что товар пришел сразу бракованный. Кстати, вот смотрю, что вроде все целенькое, провода смотаны. Единственное, мне вот что не нравится, что все-таки, да, оно, наверное, плохо, что белые. Потому что оно быстренько залапается, станет серым. Хотя проводочек мягенький. Вот, на морозе, думаю, трескаться не будет. У нас вот уже зима наконец-то пришла. Снег выпал, мороз ударил. В общем, всем спасибо за просмотр. Всего доброго.